Я глубоко убежден, что помощь должна оказываться вовремя. И первыми эту помощь в Авдеевке начал оказывать гуманитарный штаб «Поможем» Рената Леонидовича Ахметова. Эта помощь была как никогда кстати, она была своего рода надеждой для людей, которые понимали, что они не брошены, которая давала им надежду и свет в конце туннеля. Хочется выразить глубокую благодарность за эту помощь от всех горожан, от сотрудников предприятия. Мы посильно помогали, наши сотрудники являлись волонтерами, которые помогали распределять эту помощь, разгружать, фасовать, выдавать людям. Естественно, мы тоже не стояли в стороне, максимально содействовали, предоставляли помещения, ну и разного рода ресурсы помогали гуманитарному штабу. Большая благодарность штабу от Авдеевки. Спасибо.